Дорогие друзья, мы с вами все хотим жить в свободной и процветающей России. 20 лет Путин и его банда ведет нашу страну в никуда. Не работает ничего, и дальше абсолютный мрак. Сейчас Алексей Навальный находится совершенно незаконно под стражей. Он призвал всех выйти 23 числа. Я нахожусь в Дубае и выйти не могу, и призвать вас выйти не могу. Я выходил в 93-м, выходил в 91-м и даже в 90-м, когда был совсем еще парнем. Пожалуйста, прислушайтесь к его словам. Мы хотим все жить и работать вместе в нашей прекрасной России будущего.